интересно, чи пытаются недобросовестные люди вступать в преступный сговор с ними. Постійно! Я готов к 52. Але я нараджу давать больше 100 долларов. Помилок в ней очень много. Стекло срезали, его даже видно, скотч от стекла. Капот здесь новый. Здесь уплотнителя нету. Вы умеете торговаться? Если это не будет болтовни какой-то и канителицы. Ой, вот таких слов говорить точно хорошо. Не нужно. Контента не будет. Осмотрели машину, парень по педалям с СТО и уехал. Не знаю, что он и куда уехал, где он есть, но ситуация такая очень, очень интересная. Посмотрели, все хорошо, спасибо, и полетел. Сейчас будем его искать, звонить, куда он уехал. Друзья, для нового проекта нам нужен молодой оператор-монтажер. Акцентирую внимание на слове «молодой», потому что там нужно для проекта именно молодой. Творческий – это тот, который будет не только вот клепать отсюда в этот ролик, присоединить сюда, сбить в кучу, а именно творчески хотя бы посмотреть, где-то чего-то от себя добавить и написать еще по сценарию, чтобы дорассказать, для того, чтобы канал сделать еще лучше. Все описания под видео. У нас очень веселая команда, у нас большая зарплата, у нас официальное трудоустройство, большой дружный классный офис для тех, кто хочет быть в офисе. В общем, всем заинтересовавшимся, пожалуйста, бежим вниз. Там вся информация. Звоним, собеседуемся. И кто знает, возможно, мы будем работать вместе с вами в команде. 12 минут остается до встречи с парнем. Надо осмотреть Volvo, Volvo XC90. Я думал, надо посмотреть один автомобиль, а перед выездом я узнал, что их будет два. Итак, мы имеем XC90, 18 год, оба Т6 двигателя, оба американца. Не смотрел, чего с ними было, но я... знаю из описания, что там был некий фронтальный удар, легкий. Сейчас приедем, посмотрим, насколько это легкий был. К сожалению, в свете вот такие вот бурной деятельности не смог я пока посмотреть. Еще раз акцентирую внимание на том, что было с автомобилем. Поиск в Google, американец. Что мы имеем? А имеем мы... Кстати, вот часто такая ситуация будет. Нету ни одной фотографии, то есть чисто гипотетически можно посмотреть. А по факту, вот, ну, нажмем другую ссылку. Нажимаем другую ссылку. Здесь, типа, дай денежку и будет тебе. В таких ситуациях спасает Car Vertical, потому что он показывает фотографии не только на момент продажи автомобиля на аукционе, но еще и что было с ним ранее. Сервисный пробег, также показывает, был ли этот автомобиль в такси, показывает предыдущие аварии, если они были. Утро, Дмитрий, Николай Тарануха. Как вас обнаружить? Car Vertical, ВИН-код. Доброго ранку. Вона не якісно зроблена. Дивіться, воно відліпають з всіх сторін. Зазор у них, ну, принципово різний. Лобове скло міняно, хоча воно не було битим. Начебто воно оригінальне стає. Але воно міняне. Потолок в неї навіть не міняли. Коли стрільнула подушка, дивиться, потолок він загнутий. Бачите? Ага, я зрозумів. 50 тисяч. Полінились. Ну, спитаємо зараз. Здесь оно восстановленное, оно не новое. Капот здесь новый. Двери вот здесь, да, тоже будут крашеные. Значит, объективно. Вот видно, что как стекло срезали, вот даже видно скотч от стекла, даже не смыли. И причем вообще вешают дренажную ленту сюда специальную, которая не оставляет следов, похоже на малярный скотч. А здесь поленились слегка этого сделать. По зазорам, вот концептуально смотрим вот здесь.
отошел. И смотрим зазор вот здесь. Здесь он здоровый, здесь он маленький. Я не уверен, что камера передаст, но потолок здесь заломанный. После того, как меняли подушку, если ее меняли, то потолок просто обратно отогнули, и все, никто его не менял. Краска уже слегка поотлазила. Ну так, вроде бы ремонт сделан. Но эту машину надо на стенд. Почему? Потому что я понимаю, что после такого удара и некачественного ремонта вряд ли ей делали что-то хорошее. Не совсем правильно лежит уплотнитель. Сейчас мы его хоть поправим, что ли. Кстати, можно сразу заглянуть. Да, безопасность тут есть. Сейчас покажу. Да, подушка есть, она восстановленная. Как минимум. Так, стекло. Да, стекло не уменьшенное. Чому же подключитися до електричних блоків вашого автомобіля? Ну, я принаймні завжди питаю, чи можливо це? Тут стоїть якась сигналізація додатково? Ваш супруг просто говорив, що ми вряд ли підключимося до цього автомобіля. Я объясню ситуацию. Люди очень часто говорят, ну, думают, что на самом деле, когда подключиться специальным оборудованием к сканеру, к OBD-разъему, можно считать данные, там, записать дополнительный ключ. Добрый день. Но это целая процедура. Люди иногда очень переживают. Я в данном случае считываю блоки, какие у них есть ошибки. Так, теперь водительская дверь. Считывание оборудования исправности. Напряжение по аккумулятору — это не страшно. Пробег у него совпадает, по крайней мере, по всем блокам пишут одно и то же. Так, что у нас в проемах? В проемах у нас 56,6. Нормально. 58,2. 58. 48. Так, и сейчас сразу посмотрим, какие запчасти остались от нее. 118, 116, винкод. Здесь есть. Так, ну здесь я не вижу, чтобы она стреляна была. Та подушка точно была стреляна. Здесь, ну, не вижу точно физическое присутствие самой подушки. Но предполагаю по ремонту, что она есть. По крайней мере, отклик через компьютер от нее есть. Но точно так же может стоять обманка, это надо физически ее разбирать, смотреть. По зазорчикам здесь все хорошо. На всякий случай крышка багажника 99, 108, 130. По проемам я не вижу, чтобы он был крашен, но фиксирую для акта. 61, 171, 169. Капот здесь новый, но капот... А ну-ка, с какого автомобиля капот? Да, ну, вроде бы следов того, что она переклеивалась, я не вижу. Здесь уплотнителя нету. Тут детально треба, якщо зупинитись на цьому варіанті, треба буде загнати його на розвальний стенд і подивитися, як плоскості виставили оті колеса, бо там є запитання. Принаймні, візуально, а там далі вже треба дивитися. Історія в неї не чищена, історія вся, пробіг у неї рідний, подушки отклик всі мають. Чогось непрацюючого активного я тут не бачу. Ну, тобто, помилок в неї дуже багато, але не все в історії. Коли автомобілі ремонтували, вони знімали якісь блоки, десь включали запалення для того, щоб перекатити автомобіль, але зараз активного нічого нема. Всю історію якби скину, далі вже треба їхати на СТОшечку. Тоді, я думаю, як краще зробити. У вас ще є щось до огляду? Ну, ще є одне авто, тому може поїхати подивитися. Ну, але в нас є тільки один день, насправді. Бо нам їхати на другий кінець Києва, на це як його? Через міст переїхали, ми там. Зараз спроби нема. Гігроскопічність нормальна. Ну, в общем, жидкость тормозная, вона має свойство набирати в себе влагу, і коли тут більше 3%, то це плохо. А тут все добре. Меняешь, бывает 20 кг, меняешь несчастный пистолет.
113, 114, 115. Нормальні ціни. А я подивився в Volvo X90. Трошки цепляет. А с той стороны нет. Ну, не идеально она собрана. Вот зазорчики, крыло торчит, капот утопленный. Вот здесь, ну, крылья у нее не родные, капот у нее остался. Либо родной, либо очень грамотно переклеили наклейку. Я думаю, что наклейку переклеили. Но так, я думал, будет хуже. Пока не могу сказать, что вах. То есть есть вопросы к автомобилю, ну и ценник у нее. Такой не завышенный, не заниженный, среднестатистический для такой комплектации, но машина после ремонта, поэтому такое. Сам щит, ну я фотографии надел, он согнутый, то есть его рихтовали, но такой он еще подогнутый, что с этой стороны. То есть вот сюда ей где-то, скорее всего, приезжало, вот плюс по зазорчикам оно не везде стоит ровно. Если посмотреть капот, бампер, вот здесь нормально стоит. Вот здесь он стоит уже не совсем нормально. Вот эта часть, она сюда как бы втоплена, вдавлена. Плюс еще не совсем правильно открывается, подклинивает сам крышечка с цикуна. То есть она открывается, но подклинивает. А вот здесь с этой стороны все хорошо. Я зрозумів. Ну, там уже с этой стороны оно открывается с этой стороны нормально. Ну, сказать мрачно, я думаю, буде гірше. Тобто ремонт можна було би і краще. Ну, тобто у неї є підігнута панель, у неї там є декілька варіантів на стяжках. Ну, мається на увазі елементи з'єднання електричних блоків. Ну, так, по помилкам, вся пам'ять у неї є. Тобто з перших днів у неї там дуже багато відмітин, що було, але воно не активне. Не дуже... Ну, тобто ще залишилось видно і з цієї сторони, і з цієї на самому щиту, тут під капотом, там трохи підігнуто. Я нафотографував, я покажу по дорозі. Тобто сказати, що дуже погано, не дуже погано. Зроблено більш-менш, але питання є. Тобто тут дивиться, ну, тут нормально в зазор стоїть, а отут, ну, начебто її хтось сюди притиснув і бампер з'їхав сюди. Плюс от фара, бачите, не зовсім правильно на місці стоїть. Тут вона стоїть трохи краще. Ну, зроблено. Тобто по зазорчикам плюс-мінус в порівнянні з тим, що є, попадається взагалі, то я думаю, буде гірше. Ясно. Тобто ідеалом не назовеш, але сказати, що ну, треба ще знизу подивитися, щоб дати якусь відповідь. А взагалі, ну, от я дивився там на Ютубі, що ви з Європи приганяєте, але я так дивився, мені здається, що це в 100 разів дорожче, ніж тут купити. Ну, тому що я... Ні? Машина, що вартує більше 15 тисяч, вона один на один виходить. Якщо ну, за ті самі кошти можна пригнати автомобіль, ну плюс-мінус ті самі, але вона буде не бита. Те, що я бачив по фотографії, по руль стріляв, коліна не видно просто на цих фотографіях з аукціону. Якось погано там вони сфотографували. І там все на все 4800 пробіг. А, ну і там ще масаж, вентиляція. Тут я не знаю, чи є вентиляція, і масажа точно нема. Я без поняття, що воно таке, якщо чесно, в мене ніколи цього не було. Добрий день. Тут зручно чи кудись? Ну, це краще по зазорам. Цікаво, чи питаються недобросовісні люди вступати в преступний зговор з ними? Постійно! Тупо постійно! Подключиться к почитать электрические блоки можно? Ну, я лучше спрошу лишний раз, потому что люди разные бывают. На попередньому автомобілі оцього ущільнювача немає. Ага. Ну, я про цей ущільнювач казав. Він стоїть просто-напросто 260 євро. Тому його і не було. Я по цій машині можу вам сказати все.
потому что делал своими руками с 96 года, я работаю в сервисе. Делалось под наряд заказ на официальной станции. И все запасные части, все, что ставилось, я расскажу, где взял, за сколько взял и как. В основном новое. Сразу пошли по всем винам. Не на месте стоит уплотнитель, потому что недавно это дело разбирали, не собрали до конца. Так, музыку выключить. Так, красиво. По роду нашей деятельности мы видим кучу американцев, которые собраны из говна и палок. Потому что, чтобы машину продать, сделать ее для продажи, ее надо сделать максимально дешевле. И максимально дешевле совсем не подразумевает то, что туда будут ставиться оригинальные запчасти, пусть даже что-то будет и бэушное. Вот эта ситуация радикально совершенно другая. Здесь все запчасти стоят оригинальные. Неоригинальных запчастей я не нашел. Да, где-то что-то стоит бэушное, но оно стоит все оригинальное. Даже болты и пистоны, все по кругу, все оригинальные. Ну, правда, здесь и удар такой был очень легенький. На семиместном автомобиле вот эта полка не идет. Она стоит 400 евро. Вот я ее купил. Ну, не преувеличивайте. На разборке она стоит 150. Ну да, такой аккуратно. Это на водичка. Не, пока не надо. Фильтр воздушный верхняя часть была отбита, это ухо крепление. Полностью новое. Предлагаю заехать на СТО, тут рядом недалеко есть. Амортизатор гірший, а лівий кращий. Але в зеленій зоні. Ні, воно все норме, воно все більш-менш нормально. Ну це краща машина взагалі? Зараз я подивлюсь знизу, вона більше мені подобається. І по зазорам чуть-чуть заскочила гофра з самою подушкою. А нам би ще защитку зняти. Защиту снять можем? Нет. А мы сейчас пойдем заплатим. Где платить? А что он хочет там побачить? А вон же Роны хочет побачить. Держим тормоз. Рулем в сторону пошатайте. Пускайте тормоз. Еще. Топ, нейтралка лучше. Задний кронштейн. Он здесь вот нормально, вот здесь он. Да, лучше. Мне больше интересно посмотреть на лонжероны снизу. Вот для этого я снимаю защиту. Главное, чтобы ее правильно поставили на свое место. Я просто к тому веду, что я знаю, что там стоит ни одного ни оригинального болта. Есть легкие вопросы там типа по приклеенным этим лопухам. Мелочи есть, но глобального, так чтобы сказать точно нет. Сдаем назад чуть-чуть. Thank you.
Да, можно вешать назад. Все, держите. Большого срача по машине не вижу, да в принципе и маленького. Машина собрана нормально. Не, есть как бы мелкие коски, где-то что-то там не доделали, но все запчасти максимально стоят оригинальные. Все собрано более-менее нормально, то есть да, там есть легкий потек в бампере, но в зазорах машина стоит нормально. Ошибки все у нее в памяти, активного ничего нету, прицепиться особо не к чему. Смотрели машину, парень по педалям с СТО и уехал. Не знаю, что он и куда уехал, где он есть, но ситуация такая очень, очень интересная. Посмотрели, все хорошо, спасибо, и полетел. Сейчас будем его искать, звонить, куда он уехал. До чогось причепитись, приколупатись я не знайшов до чого. Дуже багато пластику поміняно і під капотом, там 18-го року, дуже багато запчастин. Ну, тобто ми розуміємо, що... Паски безпеки, тобто пластик в салоні, він 17-го року, десь вересень місяць, а по факту, наприклад, фари вже вони йдуть, червня місяця фари, але оригінальні, тобто за що не зачепись, воно все стоїть оригінальне. Такого, щоб зламаного пластику і там склеєного за щось такого, я не побачив. Цей автомобіль я можу радити до придбання, єдине, що ціни, якщо не чув, я думаю, що треба торгуватись, хоча не зовсім розумію на чому. То, що сайдблоки, він каже, що вони розрушені, вони цілі. Я сам особисто дивився і зняли защиту, подивилися, чи не жмакані лонжерони, вони взагалі цілісінькі і навіть слідів ремонту я не бачу. Тобто, якщо до того попереднього автомобіля у мене ще тільки відкриючи капот, я вже показав, що там вона дуже гнута була, сам щит моторного. А цей він гнутий був, він рихтований, ну типу акуратно, але не дорихтований. То, що він причасний до цього ремонту, у мене сумніву нема. Автомобіль зроблений якісно. Ні, ну супер, якщо, блін, мені не жалко, умовно кажучи, якщо людина порядна, то мені трохи дорожче і заплатити, ніколи не жалко. А де він? Ідемо спілкуватися, я думаю. Так, да, давайте підемо. У мене просто зараз кеша немає. Тихо, тихо, тихо. Ні, про що не йде мова. Я розумію. Ну, бо це ж складна процедура. У мене ж все там на щитах, я ж офіційно трудоустроєний і все таке. На щитах це два робочі дні, тобто це... Так, я в курсі. Ну, зараз він якийсь додаток запросить, але я нараджу давати більше 100 доларів. Ця машина достойна уваги. Ну, я здесь разговор вел к тому, что любой вопрос мне можно задать, на который я готов ответить. Эта панель, я ее не видел, есть она на машине или нету. Вот она куплена, стоит 50 евро. Вот что мне ее выкинуть? Нет, я ее отдам властнику. Я вам верю. Ну, и... просто я просто вот подчеркиваю к тому, я что... Я видел много людей, которые там покупают, продают машину. Вот такие, как вы, не вызывают уважения. Потому как на любой вопрос, без ругани, без хамства, абсолютно нормально человек отвечает адекватно. И в отличие от Q7, здесь хотя бы чуть-чуть багажника остается. Ну, супер. А что тут я еще могу сказать? Теща будет на третьем ряде. А за большим людям тоже на этой машине комфортно. Что на этой, что на предыдущей. Я вон сколько раз мы ездили в Германию. Я сам сзади с супругой садился и абсолютно нормально. Сделайте хорошо, сделайте приятно, чтобы можно было с большой радостью поехать. Есть предложение у вас есть. Посмотреть на ваши аппетиты. Нет, ну аппетиты у меня могут быть безбожные, поэтому давайте не испытывать вот эту меру, чтобы на меня не огорчались. Ну, если объективно, то у нас еще несколько просмотров, но я просто сразу парню говорю, что это машина та, которая достойна внимания. Другой такой не будет. Ой, вот таких слов говорить точно хорошо, не нужно. Потому что машину можно пригнать. С таким пробегом? С таким пробегом не уверен. Каковы предложения? То есть вы выступаете, то есть не он торгуется, вы со мной торгуетесь? Вы умеете торговаться? Нет, я не умею торговаться. Я на его стороне, то есть вот мы вместе. Я никогда не торгуюсь. Я просто объективно говорю, что бы мы дальше не смотрели, предложите цену, мы либо согласились, либо не согласились. 52. Ну, я, скажем так, я готов к 52. Если это не будет болтовни какой-то и канителицы. Так я подарю, мы предоплату оставили. Я подарю еще оригинальный вольвовский багажник. Подарю.
новый, с четырьмя кондукторами, с ключами. Ты... Вы оставляете залог, да? Оставляем. Ну, да, оставляете залог. Я к этому автомобилю в багажник вложу еще верхний багажник в подарок. Ну, если можно считать недостатком внутри салона, не знаю, прокуренный, не прокуренный потолок, ну, покажите. Это на потолке нужно просто взять химию и смыть. Это не пропалено. Нет, там я к тому, что оно проткнуто и масляное пятнышко. Это не пропалено. Я на мистер Кэп съезжу и сам все зроблю. Нет, я просто подчеркиваю, что если бы это было пропурено либо пропалено, я бы сейчас сказал. Я не в том возрасте, это не поймите. Она вот таким вот образом себя ведет. Вот. Домкрат, баллонный ключ, ну, буксировочная эта фигня, ага. Ну это баллоны. Я смотрю, все новое стоит. Что именно? По передней части все. Все новое, не бэушное, новое. Я не видел, какой здесь удар был, поэтому я вижу, что она фронтальная была, потому что она крашена спереди. Да, она вот. Ударенная, я показывал фотографии. Я их не видел. А, вы не видели. Она ударенная была в переднюю часть, но беды сразу, говорю, никакой не было. Ну я подчеркиваю то, что как бы, ну, есть люди, которые привозят машины из Америки и рассказывают людям, что мы вам под ключ сделаем. Потом эта машина через 3 месяца рассыпается. Игорь, по-моему, да? Да? Игорь, я всегда очень скептически отношусь к людям, которые восстанавливают американские автомобили. Здесь я говорю, что он сделан хорошо. Мы когда еще подъехали, я сразу сказал, что вот эта машина по зазорам, она ровная. Она ровная. Я, поэтому... да, теперь я вам покажу, каким образом она восстанавливалась. Я заехал к друзьям на станцию Volvo и взял вот такую распечатку. С размерами? Да. И вот в эти размеры все выставилось. Это вытяг вот, с виды. Это с официальной станции Volvo на Бориспольской трассе. Вот мне распечатали. Я к тому, что вот это распечатали. Есть программа ВИДА, которая... Я знаю, что такое ВИДА. Я запчастями занимаюсь. Я просто вам объясняю, что каким образом я восстанавливал автомобиль. Берется электронная линейка, берутся диагонали, все вымеривается, выставляется в зазоры, все как положено, а потом только разбирается и красится. Это умывать, что ли? Да. Телефон, да. Сколько нужно, чтобы закрепить наше намерение? Символическую плату. Ну, $100 есть или выдать? Есть. Я не люблю, когда у меня загорается лампочка топлива. Неважно, на каком автомобиле. Для меня это как красный цвет для быка. Я заехал вот сюда, вот мы вот выезжали сюда, и вот тут заправочка есть. Я заправил 10 литров топлива. 10 литров, чтобы доехать до своей заправки. И моментально загорелся чек на ней. Я приехал сюда на рынок с Сашей. Саша, говорю, можешь чек убрать? Он там взял 100 гривен, убирает чек, я включаю заднюю передачу, он опять загорается. И машина начала некорректно работать. Я к другому поехал. Второй 100 гривен меня взял, то же самое. Третьему поехал, он говорит, да нахуй не надо. Позвонил на Петровку. Наряд заказ лежит в машине. Позвонил на Петровку, говорю, так, так и так. Он говорит, по дороге будете ехать, добавьте хорошего бензина. Я заезжаю на заправку, заправляю на Воге сотого, 20 литров. Приезжаю на Петровку, думал, ну, само устаканится. Нет, не устаканилось. Я заехал на станцию, они объяснили, почему такая причина. Настолько много, ну, как бы электроники, и она умная. Она где-то эту ошибку держит в какой-то в облаке. И до тех пор, пока из облака эту ошибку не уберешь, она не хочет работать по-человечески. Все, заплатил 241 гривну в кассу официально, никакой проблемы. Все, мне обнулили, все хорошо. Спасибо. Добро. Тогда до, спасибо. Либо до субботы, либо до вторника, как скажете, он справится. Никакой проблемы. Да, пожалуйста. Добро. Скажу честно, не очікувано, особисто для мене. Якщо чесно, ми їхали на треш. Що, контента не буде? Блядь. Контента не буде. Я особи в організації за спізнення вів обов'язкове покарання або 100 присідань, або 200 гривень. І сам попав на цю штуку. Я ж не буду перед підлеглими показувати, що я не дотримуюсь того, що влаштував. І з непривички. Мене трохи як накрило, я ж... Візьмеш ти... Потихесеньку, не спеша, я бом, присів і полетів.
Передаю привіт дружині Вікі і моїм дітям Раї, Захару і Ніні. Я вас всіх люблю і спасибо вам. Ну, у нас ще не закінчено, у нас ще буде реєстрація, але все одно неочікувано. На момент выпуска этот автомобиль, он уже зарегистрирован, он уже выдан заказчику. Правда, была очень интересная история, когда выдали, он зарегистрировался, поехал, заехал на заправочку, заправился, и у него отрыгнулся чек, и загорелась вообще такая приборка, что просто караул. У нас есть подозрение, что где-то какой-то силовой провод, он не до конца закручен, потому что балуется именно масса. На вторник человек записан к официалам, он туда поедет и там будут ему искать. Найдут, не найдут, не знаю, но на данный момент мы приехали к нему, когда у него выросла вот эта гирлянда и опустились руки. Мы просто убрали ошибки для того, чтобы понаблюдать, что оно вылезет. Покатались, посмотрели, понаблюдали, не вылезло. Есть одна активная ошибка, то что где-то не контачит датчик положения фар, хотя он работает, я думаю, что его нужно откалибровать, это тоже заказчику было озвучено еще в самом начале. И в принципе, пока катается, уже было несколько заправок, не появляется претензия снова. Даже вот перед записью этого видео я ему еще раз позвонил и спросил, есть ли сюрприз, говорит, нет, сюрпризов больше нет, спасибо, ребят, что помогли. Но вот такая вот история. Но если оно висит, оно наверняка может где-то отрыгнуться. Поэтому во вторник машина заезжает, смотрят все силовые провода, где оно подключено, потому что дыма без огня не бывает. А в общем и целом, вот такая вот была история. Машина действительно классная. Но где-то что-то недособрали, где-то чего-то недоделали. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1авто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока.